Что ж, всем привет! Сегодня мы уже переходим непосредственно к практике. Все, что я вдруг упустила, забыла дорассказать или еще что-то, да, в предыдущей лекции по инструментам, сегодня на практике покажу, прокомментирую дополнительно, чем я пользуюсь, какие инструменты чаще использую, какие реже. И вообще расскажу полностью принцип, да, создания иллюстрации, потому что сегодня у нас с вами тема такая разбитая на две части. Мы с нуля нарисуем пейзажи, да, городской, и с нуля нарисуем сцену в офисе. Я начинаю всегда свою работу с небольшого скетча, естественно, если это часть ролика, если это просто иллюстрация, если это какая-нибудь короткая гифка, неважно, я всегда начинаю со скетчей или со сторибордов. Если вы не умеете рисовать, ничего страшного, вы можете сделать несложные коллажики с помощью простых форм или, возможно, векторных стоков, просто в фотошопе или в иллюстраторе набросать то, что вот вам нравится, как примерно это будет выглядеть по композиции. С чего я начинаю? Я начинаю с такого мудборда. В интернете ищу картинки, которые мне нравятся по разным причинам. Здесь мне нравится, допустим, как машинка нарисована, здесь мне нравится цветовая гамма, здесь интересный такой вид сверху, тут тоже можно какие-то элементики, да, подсмотреть и так далее. Стилизацию выбираю, какая мне вот ближе, интереснее, от чего я буду отталкиваться, как я буду все это миксовать. А эта картинка очень классная тем, что здесь есть многоплановость, да, здесь есть передний план, такой крупный достаточно, средний, да, и самый-самый дальний. Вот сегодня, отталкиваясь от этих референсов, будем с вами начинать работу. Я думаю, что сам процесс скетчинга я ускорю, потому что здесь особо как бы рассказывать что-то сложно, просто рисуйте композицию, какая вам нравится, что вам больше хочется изобразить в вашем городском пейзаже. Давайте начнем.
После того, как мы с вами закончили наш скетч, как примерно у нас будет располагаться, что, где по композиции, давайте создадим новый документ в Illustrator. Мне нужно 1920 на 1080 пикселей. Говорю окей. И сюда вставляю свой скетчик. Я попыталась примерно соблюсти пропорции. Вот примерно все попало. Окей. Я сделаю свой скетч менее насыщенным, уберу прозрачность и, наверное, переименую слой, скажу, что это скетч. Заблокирую его. И на следующем слое я создала новый слой. Давайте примерно подумаем, что у нас будет по палитре. Я вернусь в Photoshop. Заберу отсюда тоже свои референсы. Просто делаю скриншот, так быстрее мне. Так, давайте решим, что у нас будет по цветам. Мне, если честно, очень нравится здесь палитра, но вместе с тем, вот такая насыщенная мне даже как-то кажется поинтереснее. Ладно, давайте создадим нашу палитру. Я возьму пипеткой. Так, думаю, примерно такая у меня будет палитра. Давайте посмотрим. Можем создать свою. Так, сейчас. Да, все. Вот у нас с вами созданная палитра. Мы можем отсюда доставать цвета. Теперь предлагаю начать отрисовывать непосредственно сами формы. Удаляю, или даже давайте сделаем вот так, и теперь немного все это дело скруглим. Поменяю обводку. Из кружочка я делаю листик и с помощью Alt-A просто дублирую. Пока сильно не думаю о том, как я это все сейчас покрашу, мне главное сделать компоновку, отрисовать полностью. Сюда давайте нарисуем
домик. Домики я очень люблю рисовать с такой, скажем так, плоской перспективой, да, когда у нас нет никаких перспективных сокращений, у нас есть только, скажем так, боковая часть видна. Здесь мне здорово поможет инструмент скос, чтобы сделать крышу. И я запомню этот угол неправильно. Этот угол. Будет пусть 25. Давайте посмотрим. Окей. Отражу, скажу окей, чтобы у меня получилась крыша. Не совсем видны мне стыки, поэтому пока работаю с обводкой. Вот так. Так, отлично. Детали, если их будет не хватать, я проработаю уже потом. Давайте сейчас основные моменты. Что вообще важного в композиции и построении, так сказать, всех этих изображений? Важно то, что у вас есть какая-то динамика, первая, да, есть какой-то главный важный объект. Условно говоря, вот эта часть иллюстрации у нас главная, и мы это подкрепляем направляющими, да, у нас вот такой вот холм идет, изгиб визуально мы сюда приводим зрителя, плюс у нас здесь есть пояс, который также, вспоминая все правила композиции, двигается, да, мы задаем направление слева направо, и таким образом у нас есть несколько дополнительных направляющих, которые ведут нас к композиционному центру. Плюс он находится у нас по правилу третей. Кроме того, мне нравится работать с графикой, у которой есть передний план. Да, вот это наш передний план. И мы к нему, наверное, еще дополнительно вернемся. Мне не очень нравятся эти острые пики, поэтому я чуть-чуть их попробую скруглить. Возможно, листики тоже стоит скруглить. Не знаю. Вернемся к этому. Давайте основные моменты.
Старайтесь также привязываться по пропорциям. Например, это у меня будет это же окошко, только по высоте, как этот пролет. Помещаю его за домик. Как-то так. Сейчас посмотрим еще. Этот домик я скопирую и отражу. Скажу ок. Единственное, что перекрашу его наоборот. У меня есть тень, есть свет, и я стараюсь красить согласно этой логике. То есть теневая часть у меня вот такая розовая. Так, допустим, как-то так. Давайте обозначим немного холм, потому что как-то все немного теряется у нас. Давайте попробуем покрасить холм так. Немного поменяю концепт. Посмотрим, как получится. Чуть посветлее, и здесь тоже я не хочу, чтобы был такой дикий контраст, поэтому давайте сделаем так. Так, деревья мне такие не очень нравятся. Я, наверное, сделаю их немного иначе. Немного поэкспериментирую вообще с формой. Допустим, у нас как бы подчеркиваем мы остроконечную эту форму у домиков. Давайте попробуем.
чтобы не было разнобоя по углам, да, я делаю все углы одинаковые, да, по одному, скажем так, лекалу. Старайтесь следить за этим моментом, чтобы не было каши визуальной. Вот он задник. Возможно, чуть сожмем. Что у нас совпадают очень сильно границы, из-за этого нет ощущения глубины. Давайте все-таки чуток. Чуток подвинем. Главное, не переборщить с окнами, скажу честно, потому что пересчитывать все окошки особо смысла в этом, ну, скажем так, нет. Я добавлю такие графические элементики. Можем попробовать сделать их здесь, чтобы немного отделить, скажем так, эту крышу, да, от следующего здания. Немножечко так. Главное следить, чтобы обрез был везде одинаковый, да, толщина этой обводки была одинаковая везде. Допустим, вот парочку. Здесь у нас довольно толстые, да, как их называют, стволы деревьев. Но к деревьям мы еще вернемся. Мне не совсем нравится, как они выходят. Давайте с этим домом разберемся. Положим его на задний. План. И сделаем крышу. Вот таких вот некрасивых наложений, да, мелкотни всякой, давайте избегать. Они добавляют неприятного дребезжания. Нам это ни к чему. Мне хочется сделать, честно сказать, и здесь такую. Хорошо, давайте попробуем. Так, очень узко получается здесь. Давайте пока так оставим. Еще можно попробовать добавить линии здесь, чтобы у нас была побольше детализация. А деревья сейчас смотрятся хуже всех, потому что на них очень-очень много деталей таких, да, и они очень берут на себя много внимания.
Поэтому к деревьям мы, конечно, еще вернемся. Давайте немного разобьем здесь такое однообразие домов. Немножко сделаем их повеселей. Очень большой будет. Давайте руками. Нет, здесь это уже too much. Так, давайте немного очертим наши эти рельсы. Да. И сделаем такой зигзаг. Я с зажатым шифтом рисую под идеальные 45 градусов. А так как у меня еще и есть линейки, да, включенные умные линейки, то вообще все это очень просто. Чтобы была идеальная толщина, я сделаю, наверное, это строком и вуаля. Уберу острые углы. Это все на передний план. Так, уже примерно начинает все это дело вырисовываться. Давайте где-то здесь у нас будет наш поезд. Нам нужно делать одинаковое, да, перспективное сокращение, так как поезд весь одной ширины, то сдвигаем все вместе с вагонами. Тогда получается более-менее логично. Нет, так некрасиво. Поезду я тоже вернусь, посмотрю более детальный референс и нарисуем его. Какой-то такой технологичный хочу. Даже может быть чуток футуристичный, вот с таким аналогом, да, как эта машинка.
Давайте посмотрим, что у нас по режимам наложения для стекла. Вот такой может быть интересен. Все еще мне не нравятся деревья. Добавлю небольшую обводку, чтобы отделить. Посмотрим, как это будет, в принципе, выглядеть. Нет, все равно не особо круто. Так, давайте пока оставим так. А что я еще хочу здесь добавить? Так это, конечно, облачка. А вообще есть ощущение, что у нас не хватает немного полутонов, да? У нас все либо так, либо синяя, либо розовая, либо желтая. И нету никакой вариации у этого всего. Это не очень хорошо. Вернее, так тоже может быть, но конкретно в нашем случае немного бедно это смотрится. Поэтому мы должны играть с вами полутонами, да, возможно, какой-то тот же самый цвет, просто его либо выбеливаем, либо наоборот затемняем. Давайте попробуем. Нет, все-таки желтый лучше всего выглядит. Вот такой выбеленный желтый.
И, возможно, такие выбеленные облачка. Облачка я рисую просто, грубая форма, после чего просто скругляю вот эти углы, да, острые. Все. Нам не хватает еще немного плановости. Давайте попробуем ее воссоздать. Вспоминаем, да, воздушную перспективу. Все, что дальше от нас, все становится более бледным, более таким спокойным. Как-то так. И здесь тоже нужно что-то у нас по цвету. Решить по цвету, и мне не очень нравится наш этот поезд, он немного не читается, это не есть хорошо. Давайте попробуем добавить ему контраста немного. Делать его однотонным пятном. Так, у нас еще что не очень круто здесь выглядит. Давайте как-то поддержим этот красный, потому что он такой одинокий, в общем, здесь. Я нашла еще один себе референс относительно нашего метро и подумала, что можно его, в принципе, сделать, наверное, и белым. Давайте попробуем, как это будет работать. Ну или практически белым.
Да. Я полностью не перерисовываю, естественно, точно так же, как в рефе. Я перерабатываю под свое видение, как мне больше нравится, с тем количеством деталей, да, как мне нужно. Вот как-то так у нас получается с вами такой вагончик, да? Мне не особо нравится здесь, что оно вылазит. Ну, давайте чуток. Можем даже обрезать просто здесь. Далее вертекс. Окей. Давайте даже по размеру этой одной двери померяем, чтобы у нас вообще все было классно по пропорциям. Так, здесь, наверное, продублируем уже окно. Немного выравниваем. Чтобы примерно было, да, одинаково, как здесь. Вот этот угол. Ну, примерно, да. Так, давайте смотреть, что у нас получается. Сейчас самая главная проблема у нас в том, что у нас очень детализированный получается вагон метро, да, этот, и совершенно не детализированное все остальное практически. Поэтому нам надо это все сбалансировать, естественно. Да, можем попробовать с вами сделать так же, как у вагона метро. Нет, черным слишком это получается. Может, только главное. Расставить, например, акцент. Давайте посмотрим, будет это хорошо выглядеть или нет. Добавлю каких-нибудь штук на крышу. Обычно на крышах интересные всякие конструкции находятся, да, там антенна, еще что-то. Вот у нас будет уже более детализированная крыша тогда.
Так, ну уже что-то такое интересненькое вырисовывается, уже все не так безнадежно. А что я могу сказать? Сейчас все еще непонятно, что происходит по деталям. Давайте посмотрим, как у нас тут по референсам, что решают вообще. У нас мало деталей, и поэтому, я думаю, есть смысл сделать еще больше домиков, да, и таким образом увеличить детализацию. Так, я задник вынесу на отдельный слой, заблокирую его, чтобы каждый раз за него не цепляться. Да, давайте теперь выделю все эти дома. Есть, да? Немного. Немножко заскейлю, да? И теперь я могу продолжить рисовать. У меня по-прежнему композиционный центр остается здесь. Единственное, что он просто обрастет еще дополнительными, скажем так, постройками, да? Я посматриваю, да, на свои референсы, думаю, какие, возможно, домики я хочу повторить, себе забрать, да. У меня единственное, что мало вот таких маленьких домиков, мы можем сделать их гораздо больше и развернуть их в разные стороны, и будет уже разнообразнее картинка. Я, наверное, вот этот возьму, без деталей лишних. Тоже его перекрашиваю, да, чтобы все совпадало. Была такая шахматная немного история. Так, не могу зацепиться, давайте зацепимся. Этот домик я могу делать не обязательно одноэтажным, он мне может иметь несколько уровней. Я могу сделать окошко поуже в половину, будет у меня какая-то такая закономерность, и добавить окошек. А теперь могу рандомно их попробовать поудалять, посмотреть. Уже выглядит интереснее, не так однообразным. Так, пусть будет здесь. А этот домик, например, будет у меня гораздо длиннее. То есть мы с вами заготовили несколько, да, таких, сейчас подвину,
сделали несколько таких вот заготовок, и теперь, трансформируя их, мы можем делать наш ландшафт и город вообще интереснее и разнообразнее. Так, здесь уже просится сейчас линия, да, отделить немного от построек вот этих. И смотрим, чтобы не было некрасивых концов, да. Чтобы все совпадало стык в стык и было гармонично. Так, основное здание я тоже тут немного продлю его. Так, есть. Можем попробовать сделать таким. Нет, мне больше нравится такая обрубленная форма немного. Этот куст несчастный вынесу вперед. А домики, их окошки будут у меня здесь длинненькими. Ну, или можно как-то так, чтобы был какой-то дополнительный ритм, да, у нас. Так, соберу этот дом. Сохраню его как заготовку, а этот я, наверное, немного даже поскелю, чтобы у нас туда вдаль уходили такие вот домишки. Да, видите, уже гораздо интереснее выглядит иллюстрация, больше деталей, есть что уже порассматривать, хотя это все довольно-таки простые формы, поэтому можно и с помощью простых форм делать очень интересные концепты, я скажу честно. Я хочу еще немного поиграться с линией, мне нравятся эти блики, которые у нас мы добавляем, да. Заодно они помогают понять, где у нас вообще границы идут, да. Давайте их расставим кое-где. Вот так, например. И можем даже поставить. Хотя здесь не обязательно. Так, у нас с вами... Еще вот здесь место некрасивое остается, и я попробовала играться немного с скруглением, так как это в принципе оправдано, у нас здесь есть скругленные элементы, можно делать скругление тоже. Главное, чтобы формы у вас перекликались и не было такого, что... У вас есть, да, скос какой-нибудь, но этого скоса как бы больше нигде особо нет. Я поняла, что меня больше всего сейчас смущает, это вот этот зигзаг, и из-за того, что у нас здесь разные углы, да, видите, у нас идет такая некрасивая, такое некрасивое пересечение, немного противоречащее, да. Вот так похоже на правду больше. Поэтому таких штук быть не должно быть неоправданных разных
углов, разных форм. Там, если вы сделали какой-то один графический прием, то его нужно повторить где-нибудь еще, чтобы он перекликался, у него была какая-то визуальная поддержка. Так, не могу никак попасть в линию. Ну, допустим, так. Уже смотрится гармоничнее. Давайте попробуем, может быть, еще вот такую линию сделать, чтобы как все эти балки, знаете, выглядели убедительнее. Но чтобы не было таких невероятных пересечений, можно сделать, например, вот так. И добавить еще немного этой конструкции деталюшек. Нет, это выглядит не совсем так, как я хотела бы. В процессе работы я многое переделываю, я думаю, вы заметили. Не все сразу у меня получается, так как я думала, что вот да, вот так будет интересно. Здорово перекликается сейчас, кстати, эти две линии с этими двумя линиями. Давайте продолжим здесь заполнять пространство. В общем, на мой взгляд, это окей, если хотите что-то переделать. Если то, что вы думали заранее, будет работать, а оно не совсем работает, все нормально, ничего в этом страшного, в общем-то, нет. Полезно делать такие небольшие пристроечки. Давайте тоже сделаем не туда обрез ему, чтобы он у нас отделялся от вот этой формы, которая позади. Кинем его на более дальний задний план, да. Но следим еще не только за пересечениями, не только за толщиной, но еще и за цветом. Все должно быть гармонично, все должно быть одного и того же цвета. Да? Это что ж такое? Если эта полоска розовая, то все остальные должны быть розовые, ну, грубо говоря. Так, этот объект, кажется, у нас лежит не сзади всех. Давайте это исправлять. Эту башню я тоже могу попробовать скруглить, чтобы у нас был такой вот интересный, такая интересная конструкция. Я хочу еще добавить окошек сюда, возможно, прям из этого домика. Насчет окон, не люблю делать окна сильно контрастными, да, именно поэтому я в самом начале так вот покрасила их в такие нейтральные цвета, чуть светлее, чуть темнее основных. А можно делать и контрастными, конечно, но они тогда очень много забирают на себя внимание. Но это не всегда, скажем так, нужно.
можем сделать с вами инверсию, так как у нас есть обводка. Давайте сделаем некоторые окна просто с помощью обводки. Так это будет выглядеть еще интереснее, еще разнообразнее, поэтому экспериментируйте. Главное, чтобы у вас была какая-то закономерность, да, и вы ее придерживались. Потому что если ее нет, то это уже, вот это уже печально. И в разнобой не красьте. И еще скажу, что очень популярная ошибка это в принципе, давайте, кстати, сделаем вот так. Да, уже повеселей. Это красить просто вот небо голубое, значит оно голубое. Дерево зеленое, значит деревья у нас везде будут зелеными, потому что мы их вот так вот видим в мире. Это не совсем правильный подход, скажу честно. Из-за этого получаются некрасивые, слишком разноперстные, разномастные ролики, иллюстрации, они не объединены никакой гаммой. А это, конечно, вообще не айс, вообще не круто. Это совершенно не то, к чему мы с вами вообще стремимся. Мы стремимся с вами к гармонии, гармонизации изображения, к единому стилю, да. Вот я добавляю потихонечку деталей. И уже смотрите, какое интересное изображение у нас вырисовывается. Нам осталось на самом деле не так много. Заполнить как-то здесь холма и решить, что у нас будет с деревьями. Так, деревья, идите сюда. Я решила вообще обойтись без этого цвета, потому что как-то он сильно ядерно-красный. Мне это не совсем подходит. Мне ни к чему пересечение там линий, чтобы у меня как-то объекты, да, спорили, поэтому я закрываю это все деревом. Плюс мне ни к чему вот такое вот развитие событий, когда вылазит, да, краешек совсем маленький, это некрасиво. Вот так мне больше нравится. И можем попробовать сделать даже этот цвет понасыщеннее, чтобы обозначить, что он у нас на переднем плане. И эти линии тоже должны, конечно же, заканчиваться там, где и здание. Все хвосты подчищаем, чтобы все было очень чистенько, классно. Вообще. Чтобы не придраться. Так, давайте как-то так. Можем деревья попробовать немного даже побить на тень-полутень, но нет, они тогда некрасиво будут рябить, мне кажется.
хотя, в принципе, что-то в этом есть. Есть, потому что мы здесь очень четко делим на свет и тень, да, у нас нету никаких градиентов, там полутонов, еще чего-то. У нас вот все либо темное, либо светлое. Поэтому деревья, в принципе, тоже, видите, работают достаточно неплохо. Мне не нравится здесь эта сплошная линия, она выглядит как-то слишком скучно. Давайте хоть немного ее усложним. Вообще уберем передний план, да, на новый слой, чтобы не цепляться за него постоянно. Есть, да, отлично. Наверное, это будет слишком. Но с другой стороны, это создает такой очень-очень мелкий паттерн, поэтому может быть даже и неплохо. Не знаю. Хотя я, честно скажу, я не любитель вот так штамповать ряды, да, одинаковые, потому что они все-таки очень бросаются в глаза. Мне больше нравится работать какими-то рандомными линиями, да, где-то вот блики подчеркивать, где-то еще что-то, вот так детали работают, на мой взгляд, лучше, интереснее и вообще гармоничнее, словом. Так, много одинаковых. Старайтесь избегать таких вот, да, одинаковых, что касается бликов. Должен быть какой-то ритм, да, в этих размерах. Так, давайте деревья заберем отсюда. Скопируем и пойдем на... Я, естественно, их уменьшаю, да, потому что мне такие они огромные тут не нужны. И, наверное, даже немного перекрашу. Но я еще, кроме того, хочу сделать менее насыщенный этот синий, потому что иначе у нас получается очень яркий такой контраст. А нам на заднем плане контраст вообще уже ни к чему. Нам он нужен там, где у нас с вами композиционный центр. На заднем плане у нас его, очевидно, нет. Использую цвет, который уже есть в палитре, и устраиваю какой-нибудь такой вот ритмический ряд, да? Слишком они мелкие. Достаточно детальные. Это не то, что мне нравится. При увеличении у нас немного страдает скругление, да, поэтому мы всегда возвращаемся и правим это скругление, чтобы оно было везде одинаковое. А не то, что у вас на заднем плане деревья становятся более квадратными. Так, как-то в этом всем мало логики. Я поставлю вдоль направляющей, вот так, совсем чуть-чуть деревьев. И уже это будет выглядеть поинтереснее.
Да, неплохо. Можем попробовать сделать такие а-ля кусты. Давайте посмотрим, будет это работать или все-таки не особо. Нет, все-таки этот синий тут уже не вписывается. Мне очень нравится вот это вот почти пересечение. Как-то это выглядит странненько. Одинокие башни. Давайте тоже их немного скруглим. Например, как-то вот так, чтобы у нас было, да, где-то повторение форм. Здесь очень много углов, поэтому я, наверное, все-таки удалю эту маленькую. Слишком за нее цепляется у нас глаз. Нам это ни к чему. И я хочу еще попробовать вот эту башню продублировать сюда. Смотреть, как будет. Сделать маленькой. Вообще, если у вас так же, как у меня, в какой-то момент пропали углы, да, вы не видите, где что за что тянуть, то во вкладке View можно вот показать края, и все будет окей. Вообще, все, что касается того, что пропало, не видно, еще что-то, находится во вкладке View, все, что вам нужно и хочется показать, все там. Поэтому теперь знаете, где искать. Так, ну что такое, давай выбирай точки. Какое-то дикое облачко получилось, честно. Не нравится мне это. Облачка я тоже стараюсь расставлять не просто так рандомно, а чтобы была какая-то вот... Да, у меня в конкретном данном случае есть вот эти арки, да, и я хочу их подчеркнуть. Поэтому я так выставляю, стараюсь облачка, чтобы у меня по дуге как бы внимание все шло сюда. Вот этот снежный комочек мне совершенно не нравится. Кроме того, мне не очень нравится, что у нас здесь получается такое пустое пространство. Давайте его как-то заполним. Тоже сделаем что-нибудь, какую-то такую границу, чтобы не было ощущения, что у нас вообще один сплошной забор тут везде. Заборов нам надо избегать. Нам надо все делать так, чтобы у нас было интересно и работало на нашу композицию. Да? Ну, да, отлично. Еще есть такое перекликание с этой аркой. Я думаю, уже получше. Вот так. Может, здесь какая-нибудь река или еще что-то. Вот примерно так, я думаю. Но надо смотреть. А как я проверяю себя, хорошо ли получилось или не очень хорошо получилось? Вот так, когда куча всего вокруг намешана, сложно оценить, окей или не окей. Давайте прежде всего сохраним наш успех. Я экспортирую в картинку экспорт, говорю использовать вот эти границы, да, и говорю хорошо. 72,
пикселя, да, это обычное разрешение для экранов, да, все окей, если нужно было бы на печать, то, конечно, я бы выводила в 300, но сейчас мне на печать не нужно, поэтому 72 мне хватит. Здесь можно выбирать фон прозрачный, белый или черный. Ну, так как у нас все залито, как бы нет у нас пустого кусочка нигде, поэтому я думаю, это окей, если мы выберем там прозрачный, какой угодно. Так, давайте смотреть, что у нас тут экспортнулось. Вот, есть. А когда у нас уже такие обрезанные, да, границы, нету никакого визуального мусора, можем с вами четко оценить вообще, нравится нам или не нравится нам наш пейзажик, что мы хотим подправить, что вообще, как, какая расстановка сил всего этого. Мне не нравится вот этот угол в целом, да, мне не нравится здесь такое контрастно пустующее поле относительно того, что происходит здесь у нас с вами. А еще здесь мне не нравится пересечение, оно очень берет на себя внимание. Ну, в целом, здесь та же самая проблема, что и на заднем плане у нас слишком мало здесь деталей. Можно попробовать это исправить текстурками. Можно попробовать исправить это добавлением всякого рода теней, я не знаю, там, ну, текстур, я уже сказала, шумов, чего угодно, градиентов, возможно, и будет это уже поинтереснее, возможно. Но, в принципе, можно оставлять и плоскую такую графику, она тоже неплохо работает, почему бы и да. Можно еще поиграться здесь, сделать понасыщеннее цвет, да, туда уходить более разбеленный, например, как мы сделали с вами вот здесь, да, на заднике. Все это можно, в принципе, сделать и поправить. Ну и в завершении я покажу свою финальную версию. Я добавила немного деталей, немножечко переставила домики. Вот так у нас было. И вот так у нас в результате стало. Я сделала более, еще больше разнообразила, скажем так, плановость, да, я добавила здесь еще силуэты каких-то домов, теряющихся там в дымке. Я сделала некоторые облака белыми, чтобы у нас здесь был еще сильнее контраст, да, и нам сюда хотелось смотреть. И еще добавила такой вот легкий паттерн на холмы, чтобы, скажем так, этот паттерн перекликался у нас с окошками, да, но при этом это все другой формы, поэтому нету диссонанса, да, из серии, что это за окна на холмах. Конечно, можно продолжать совершенствовать эту графику, можно продолжать ее дорабатывать, можно, как я уже говорила, докидывать шумы и так далее, но мне честно, вот прямо сейчас нравится вот эта плоская стилизация, такой плоский дом, если добавить плоские дома, если добавить здесь еще эффект параллакса при анимации, да, и у нас поезд будет ехать, деревья как-то качаться, облака будут плыть, да, по небу, то все это может выглядеть очень интересно, мило и подходит уже как какая-нибудь открывающая сцена, например, эксплейнера. Вот что у нас, собственно, получилось, и давайте переходить к следующей части.